Привет, друзья! Я Джордж Кукурузкин. Сегодня я расскажу о трикоптере 600 класса. Трикоптер собран на карбоновой раме Y600. Вообще, будь то трикоптер, квадрокоптер, гекса или октокоптер, цифра в названии рамы или класса указывает диаметр окружности, в которую можно вписать раму коптера, без учета винтов. В нашем случае 600 мм. Вернемся к нашему коптеру. Рама у него складная, что очень удобно при транспортировке. Конечно, хорошо было бы сделать складным из шасси. В качестве полетного контроллера использован ArduPilot версия 2.8 с выносным датчиком GPS и компасом. Для питания контроллера использован 5-вольтовый UBEC. Двигатели коптера низкопрофильные, 750 кВ. Регуляторы Hobby Wing 30-амперные, поддерживающие от 2 до 6 банок. Углеродные 15-дюймовые винты, сервомашинка цифровая с малым временем отработки. В качестве источника питания выбран литий-полимерный 4-баночный аккумулятор емкостью 3,3 ампера. Для лучшей ориентации на коптере установлены светодиодные навигационные огни. В ходе тестовых полетов коптер великолепно себя показал и будет по душе каждому. А теперь давайте посмотрим, как летает данная модель. Take it with the beef.